Перед началом сессии у стен Горсовета прошел еще один митинг. Представители ОСМД и жилищно-строительных кооперативов считают, что в проекте бюджета Запорожья на 2017 год средства на содержание и ремонт жилого фонда распределены непропорционально. В частности, на ремонт домов ОСМД планируют направить 32 миллиона гривен. Это только 7% от общей суммы. В то же время на ремонт домов ЖСК средства якобы не предусмотрены. В то же время представители городской власти утверждают, деньги на содержание и ремонт жилого фонда в Запорожье будут распределены справедливо. То, что эта сумма не окончательная, а будет больше, но не 32, это однозначно. И об этом уже говорил мэр. Мы просто видим ту ситуацию. 700 домов у СББ, 200 домов ЖСК и еще 3000 домов, которые не определились. Те дома, которые не определились, там нет качественного управителя именно внутри дома, нет старшего по дому, который проследит за своим домом. Поэтому мы просто обязаны взять это на бюджет.